Так, коллеги, некоторые тайны сейчас открою, которые мало кто знает. И начинается с того, что мы должны с вами посмотреть пульс. К сожалению, к нам приходят очень много спортсменов, бывших спортсменов, мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта. И у всех одна общая проблема – это мерцаловка. Или чаще всего желудочковое расширение сердца. И, конечно, здесь нужно обязательно посмотреть, а чем же можно помочь. Иногда можно помочь пиявками, иногда можно помочь манипуляциями, которые мы с вами снимаем, вот эти напряженные ткани. Но начинается с того, что мы с вами исследуем пульс. И взяли, посмотрели на обоих руках. И вот здесь по пульсу все-таки здесь и левая почка, и правая, но левая почка больше отстает, как ни странно. Хотя первично я сказал. Теперь вот из этих точек назови мне, пожалуйста, самые чувствительные. Вот на каком уровне? Последние три примерно одинаковые. Вот еще раз. Первый вообще не чувствую. Нормально, да? Ну, это вот как раз отношение к почкам. Здесь, здесь, здесь и здесь. Но здесь чем выше, тем сильнее. То есть вот здесь, да? Нижнее вообще не чувствуется. Ага. Ну вот здесь как раз желудок тоже. А теперь вот из этих, какая из них самая чувствительная? Чего-то на основание большого пальца. Ну одинаково. Одинаково, ну, да? Вот здесь. Ну чуть-чуть. Здесь это опять это выделение, в данном случае это точка сердца, но сердцем управляет левая почка. Это может быть для вас будет открытие, но левая почка управляет сердцем. И часто бывает так, когда мы ее приводим в порядок, меняется кардиограмма человека. Меняется, если мы с вами говорим, здесь звездчатый узел зависит от почки. Здесь вот уровень, это зона представительная почки. Если здесь мышцы напряглись, а напряглись по разным причинам, опять же из-за патологии почки. А здесь выходит вторая ножка пучка ГИСа, которая имеет отношение к сердцу. И если здесь напряглась эта мышечная ткань, то идет ущемление этой ножки, и тогда начинаются перебои. Но, к сожалению, кардиологи на это не ориентируются. Ну, а наша с вами задача-то человеку помочь разобрать. Теперь, а давай, Леш, нужно раздеться по пояс сверху. Сможешь? Снимать полностью? Ну, сверху только. То уже, видя этот пуп, мы с вами можем говорить о том, что, возможно, грыжа. А давайте проверим. Точно, грыжа. Пупочная грыжа. И если мы ее заправили, надуй живот, надуй. Вот она опять вылезла, да? Видите, это грыжа. И теперь мы можем говорить о том, что здесь нехватка меди в организме. А медь – это в первую очередь седые волосы. Медь – это несостоятельность соединительной ткани. Все грыжи – паховые, пахово-мошоночные, пахово-бедренные. В конце концов, грыжи белой линии живота – это все дефицит микроэлементов, в данном случае меди. И помните, пятаки медные всегда прикладывали. Или, чтобы не ходить в армию, когда 25 лет служили в армии, что делали рекруты? Они пальцем паховый канал растягивали, и грыжа вылазила. И такого уже в армию не брали. А дальше они пришли домой, взяли кусок хлеба, солью посыпали, настрогали медных опилок, съели, через день, через полтора все закрылось. Конечно, я вас ни в коем случае не призываю, потому что здесь идет отравление, но вы должны понимать. И вот мне понравился тот паренек, который катался вот на этой штуке. Так вот, коллеги, если вы будете вращаться против часовой стрелки каждый день, то вы заметите, что у вас седые волосы начинают уходить. И он молодец, что он вращается везде. Никто не обратил, что он вращается против часовой стрелки. Если по часовой, быстрее старение организма идет. Если хотите остановить старость, вращайтесь против часовой стрелки. И когда появляются седые волосы, иногда взял, прокрутился, и через два дня они исчезли. Да. То есть усиливается обмен меди в организме, ребят. И слово «медицина» в нашем русском языке – это медь и цинк. Меди не хватает – проблема соединительной ткани. Цинка не хватает – герпес везде – на губах, в животе, в органах, кисты, образование. Это все тоже – это цинк. Это кистоиды, который часто вызывает герпесом. И плюс поражение нервных тканей. А вы знаете, наверное, если нервное волокно глазное, на глазное, то, что иннервирует глаз,
герпес сел, слепые, на слуховой нерв сел, глухие. Поэтому вот здесь борьба, она заключается в том, что мы с вами должны кушать те продукты, которые содержат вот это все. Конечно, это целая тема, но я постараюсь, сейчас мы посмотрим живот, несколько поговорить о пище. Пища моими глазами, не теми глазами, потому что моя задача, вот пришел ко мне Алексей такой, с проблемами, хоть спляши, но чтобы через 2 или через 3 дня я там в животе ничего не находил, а вот эта грыжа, чтобы исчезла. Что так можно за 2-3 дня? А почему нельзя? Процесс физиологии. Ведь у вас вообще, если, конечно, говорить, вы можете сказать, что у Агулов там придумывает разную фигню. А ведь к нам приходят женщины, у которых матка детская. А если детская матка, она никогда не родит, у нее нет месячных. Начинаем ставить пиявки, разминаем живот, усиливается обмен, матка вырастает. И ваша Жихарева здесь есть, гинеколог, который тоже выращивает матки, ампутированные матки. Понимаете, мы насколько живучие, только нужно создать условия для того, чтобы это все выросло. И часто бывает так, что приходит вот такая сажень в плечах, под 2 метра ростом, а писёночек вот такой маленький. Это уже не мужчина, и он стесняется, он ходит в зал, качает мышцы свои. А потом начинаем ставить пиявки, разминаем, подготавливаем, улучшаем микроциркуляцию. И смотришь, уже через месяц, он уже когда в душе моется, он всем показывает, смотрите, какой я. Уже вот не такой писёночек, а уже 3 таких. Так что это все описано. Кстати, у вас очень хороший доктор, профессор Крашенюк. Наверное, все многие его знают. Он Крашенюк Альберт Иванович. Он даже предложил такое явление. Хотите, чтобы дети были гениальные? В первый триместр беременности, когда идет закладка мозга, поставьте пиявки любимой женщине, и дети гении рождаются. Но вы-то, вы уже начинаете управлять. Не пиявок, да вон, везде их полно. Так, коллеги, начинаем с того, что мы посмотрели вот нижнюю часть живота. А здесь, чуть-чуть, ага, расслабь. А здесь задача-то какая? Вот ослабленные почки. Нужно отработать сначала мочевой пузырь, расслабить мочевой пузырь, потом расслабить мочеточник и только после этого расслабить почку. А для чего? А для того, чтобы почка, если начинает работать, она начинает сбрасывать вторичную мочу, то есть та моча, которая, если он пойдет в туалет, она начинает вонять, пахнуть, потому что организм начинает сбрасывать все застоявшиеся, то нужно путь отступления. И одновременно здесь вот еще одна маленькая особенность, вот этого напряжения не должно быть. То есть, а это напряжение какое? Оно связано с тазовым дном. Урологи на это не обращают внимания почему-то, потому что это не их граница ответственности. Представьте, там идет пучок нервных волокон, который обеспечивает кровоснабжением простату и частично половой орган. И вот наша задача вот эти сосудистые, нервно-сосудистые пучки восстановить. И естественно, если мы с вами говорим, что вот у Алексея, да, чуть-чуть ущемлено, вот желудок, если мы с тобой возьмем, смотри, расслабь живот. Вот он, желудок, чувствуешь? И вот он, напряжение. Но оно не такое запредельное, как вот у нашего паренька. Вот если тебя положить, там, угу, это нужно обязательно расслабить. Это за то, что я тебя вытащил, я тебя расслаблю. Ладно? Нет, но смелость тоже у парня должна быть. Он все-таки вышел, не постеснялся. И вот наша с тобой задача, смотри, вот это все выбрать вот это напряжение, его не должно быть. И вот потихонечку выкатали. Теперь дальше пошли по мочеточнику, вот мочеточник. А вот здесь вот нижний полюс почки, вот он. А теперь, после того, как мы расслабили, я кратко. А теперь взяли и вот саму почку, и мы ее начинаем толкать, вот она. Алексей, вам больно? Ой, Андрей, извините. Да. Больно? Там был прострел. И вот оно потихонечку, и за счет вот такой прокачки, оказывается, если покачать почку, она начинает работать в другом режиме. Через нее проходит большое количество крови, она вымывает все продукты распада, которые там накопились, и качество жизни меняется. Теперь, если мы с вами возьмем
вот здесь мы уже начинаем давать рекомендации, что если взять физиологию, то в физиологии одна интересная особенность. Если мы с вами возьмем клетку, клетка, оболочки клетка, потом идет сама клетка, а вот между оболочкой и самой клеткой слой триглицеридов, слой жира. Так вот, когда этот жир уходит, то мы с вами подвержены заболеваниям. И поэтому жир животного происхождения, он нужен человеку. Ведь наши мозги – это же тоже жировая ткань. И если мы с вами переходим только на растительные, то наблюдается потеря памяти, снижение активности человека, и в том числе клетка. И вот тогда человек заболевает туберкулезом только тогда, когда готов к этому. И нечто подобное с почкой. Капсула, паренхима, а между капсулой и паренхимой слой триглицеридов, жира. Так вот, если мы с вами возьмем, то у нашего пациента здесь плотная ткань. И вот ее нужно прокачать. И ему домашнее задание. Сегодня домой придешь, 20 грамм масла, как в армии. И за счет этого 20 грамм масла организм туда их пришлет. И смотришь, ну, конечно, сливочное масло, не то, которое вот нам сегодня в гостинице как мел дают, как молоко. Это не масло. Оно должно быть желтое, а оно белое, окрашенное непонятно чем. Ну, ребят, я вам... А сало? Тогда кусочек сала взяли. А растительное нет? А растительное, к сожалению, проезжает мимо. Поэтому здесь нельзя увлекаться разными... Крайностей нигде не должно быть. Так и здесь тоже. И вот прокачали. Ты мне подскажи, как только боль уйдет. Сейчас поменьше. Все, да. И вот качаем до той поры, пока не исчезнет это напряжение. Конечно, там есть варианты, когда мы начинаем в разных положениях тела работать, но это вам уже не обязательно. Главное, общий принцип. Ноги согнуть не надо. А тогда ты будешь мешать другим видеть. Я поэтому такую позицию, чтобы могли посмотреть. Все, отпустила, да? Ну, да, а теперь взяли, вот теперь ногу приподняли вот так, и держи ее, подержи-ка. И вот здесь есть такая мышца, которая крепится. Она является сгибателем бедра и крепится на уровне первого-второго позвонка. И при такой вот позиции она напрягается, и она тянет почку вниз. А мы сейчас проверим. Тянется она, расслабь живот побольше. Так больнее? Да. И вот видите, как будто вновь боль. А на самом деле мы почку приподняли, вот он приподнял для меня ее, и теперь мы ее снова начинаем продавливать, прокачивать через нее, чтобы больше крови прошло. Потому что это здоровье. И вот продолжаем прокачивать до исчезновения боли. И вот здесь очень часто прострелы в спину, в позвоночник. И после чего человек встает, у него ни спина не беспокоит. И вот эти все грыжи, протрузии, это выдумка, в первую очередь, тех, кто диагностирует, диагностов. И сколько народу с грыжами и протрузиями приходят, промяли, он забыл про боли. Главное, что боль отсутствует. А то, что мы все вертикально ходим, у всех есть грыжи. Что в шейном, грудном, поясничном. У всех. Не бывает ни одного человека. Вот в Финляндии была конференция. Спасибо. Опусти. Так там пригласили невропатологов. И 1500 человек привезли все свои снимки. И ни у одного не было, чтобы не было грыж и протрузий. Но ведь грыжи и протрузии – это не повод для операции. Потому что первое волокно, если мы с вами знаем анатомию, которое проходит около позвоночника, это двигательное, а потом уже идет чувствительное. Но ведь чувствительное дает боль. И грыжа должна, по теории, это сначала, чтобы шлепала нога, а часто оперируют не тогда, когда шлепает, а когда болит. А болит чаще всего тогда, когда в животе непорядок. И вот эти все мышечные напряжения, что на шее, что в пояснице, что в грудном отделе, это то, что принадлежит почечным структурам. И даже вот здесь, если мы посмотрим, одна нога немножко заваливается туда, другая сюда. А теперь мы берем и вот здесь. Приподнимем ногу. Ага. Расслабь, Андрей. Вот здесь тоже боль, да? И вот здесь мышца тоже напряглась. А здесь особенность этой мышцы в том, что на ней лежит правая почка и лежит еще луковица 12-перстной кишки. И естественно, если
напрягается эта мышца, она тянет луковицу, она тянет почку вниз, та повисает на сосудах и нарушается кровоснабжение почки. И поэтому функция начинает страдать. И поэтому человек быстро устает. Поэтому... А правая почка имеет еще одно интересное свойство. Она подталкивает желчный пузырь к опорожнению 6-7 раз за сутки. Вот такое у нее интересное свойство. И этого подталкивающего действия тогда нет, потому что вот эта функция, она как бы неправильно работает. Ну и вот и то же самое. Расслабь живот. И вот мы, если начинаем ее прокачивать, так достаю я ее. Здесь меньше, да. Вот поэтому, да, левая почка, она больше звучит по диагностике пульсовой. Все, прокачалось. А теперь опять взяли и посмотрели, так, какая почка доминирует? Нет, на правую нужно еще приложить внимание. Так, ну-ка давай глянем. Еще коленку опять приподними. И опять живот расслабь. И вот она, почечка, мы ее должны вот протолкать. Да. Сейчас мы ее растолкаем. И как только боль уходит, эта почка начинает нормально функционировать. Ну это как? Ну, шутки все имеют какую-то. А в чем причина вазального ринита? Ринита? Вазального. Все, что вот здесь, оно имеет отношение к нижним отделам кишок. К нижним отделам кишок. Толстая кишка, немытая. Промыть, улучшить состояние, размять ее, снять спазм, и тогда все эти ринитные дела, они тоже заканчиваются, как ни странно. Отпустила здесь? Да, вроде полегче. И, конечно, когда мы с вами, пациент приходит с ангинами, ангина – это первый признак. Это если мужчина, тетеньки, не выходите за него замуж. Это уже готовый простатитчик. Лимфоидное кольцо, оно четко показывает. Да и голос тоже. Если голоса нет у человека, проблема опять там же, с яичками. А у женщин с яичниками. Посмотрите, зайдите в урологию, они все безголосые. А почему? Там проблема. И как только эта проблема уходит, голосина такой становится. У петушка созревает гениталии, голос меняется. Кастрацию мужчине сделали, голос поменялся. Ну и юноши созрели гениталии, тоже голос поменялся. Вот, пожалуйста, вот особенности такие. И здесь тоже, когда возникает там проблема, начинаются хронические ангины, тонзиллиты, голос меняется. Ну вот. А если с печенью проблема, храпящий человек начинает храпеть. Конечно, начинает устройства разные вставлять в рот, чтобы не храпел, язык вытягивать. А вообще-то корень языка всегда отекает при отеке печени. И даже такой вот интересный вариант, я обычно держу у себя на рабочем месте, еще пирометр. Это то, чем меряют температуру кабелей, строителей. Так вот, взял, померил температуру пупа, и по температуре пупа можно сказать, в каком состоянии печенка человека. И при температуре, а норма какая, кто скажет, температура нормальная? Не знаю, внутренняя? Далеко, далеко от нормы. Вообще норма 33 градуса. Температура пупа – это работы Ваграллика старшего еще 70-х годов. Так вот, 33 температуры. Если температура выше, то тут давление в печени, в протоках повышенное. Если температура пониженная, это циррозивные изменения, то есть дегенеративные процессы, которые идут в печени. И вот по мере того, как вы начинаете работать с животом, по мере того, как вы включаете всю систему, которую мы наработали, печень, температура меняется, у человека храп прекращается. Проблема челюстных суставов прекращается, ведь челюсть, представьте, если мы с вами возьмем человека, у которого патология печени, он разговаривает, не открывая рта. А почему? Да челюстной сустав имеет представительство, связанное непосредственно с печенкой. И, конечно, зрение. Ведь никто не рассматривает катаракты, глаукомы. Все смотрят в глаз. В глазу нашли катаракту, оперируем. А чем она вызвана? А чаще всего нарушением кровообращения глаз. Ведь хоть когда вы приходите к офтальмологу, он просматривает нервные пучки, которые обеспечивают кровоснабжение глаза. Конечно, нет. И вот здесь большая ошибка. И что специалист существует по левой ноздре и по правой ноздре.
А ноздря – это представительство, опять же, желудка, я образно говорю. А глаз – это представительство и печени, и почек. И если там что-то с ним происходит, обязательно ответная реакция там в глазу. И поэтому, конечно, нужно человека воспринимать целиком. И если ко мне приходит мой старый пациент, которому я когда-то помог сохранить его кишки, и он там злоупотребил, или он знает, что Агулов здесь на месте, ведет образ жизни, который ему нравится, потому что я плачу. Приходит, но он приходит постоянно. Посмотрел со стороны. Саня, ну ты опять пришел с этой фигней. Ложись. И вот. А это чаще ринитка, о котором вы говорите. А, ну да. Ну вот. И у него постоянно там чешется, постоянно в носу чих, постоянно и начинается чихание. А ведь иногда при отеке сигмовидной кишки люди чихают по 10, по 15 минут. Он не может остановиться, у него же из носа кровь, а он чихает. А причина-то одна, вот в этой области. Вы сказали, прямая кишка. Почему прямая? Сигмовидная кишка. Конечно, это нижний отдел кишок. Вы все перепутали. А это уже другой вопрос. Теперь, давай-ка так, сейчас я вот чуть-чуть проработал, а теперь вот эти артерии, которые, давай я чуть-чуть их прокатаю, так болезненность? Так, угу. Ну, хорошо. И после чего, после того, как мы просмотрели, продавили эту почечку, да, теперь-то нужно почечку отвязать от этой мышцы и отвязать луковицу 12-перстной кишки. Коленочку согни вот так, поставь ее. Вот здесь вот боль присутствует? Или нет? Нет. Ну, отлично. Значит, здесь только проблема именно с одной почкой. Ну, и поэтому, конечно, когда мы с вами берем разные животы, то у каждого человека свои проблемы. И, скажем так, анатомия. Вообще интересно, у меня есть анатомия Пирогова. Знаете, что такое анатомия Пирогова? Почему Пирогов создал ледяную анатомию? Да потому что на самом деле положение органов у живого человека и у мертвого, оно разное. И поэтому он был вынужден создать эту ледяную анатомию для того, чтобы студентам показывать. Смотри, как располагаются органы. Так вот, как только человек умирает, все органы начинают менять свое положение. Сокращаются связки. Сам орган начинает реагировать. Один расширяется, другой укорачивается. И за счет этого идет движение. И поэтому, если вы в морге вечером или там днем побудете, то один застонал лежащий, то другой застонал, то вдруг рука поднялась, то нога зашевелилась, отодвинулась. Это вот как раз идет сокращение. Ну и в принципе, конечно, когда мы с вами начинаем работать с животом, то орган, есть органы, которые уже в таком состоянии, что он изменил свое положение. Часто изменил положение желудок, предположим, мужик выпивал бутылку водки или литр водки, съедали барана за ночь, и у него желудок опустился уже в малый таз. Конечно, с этим желудком нужно было по-другому работать. И вот здесь вот особенности работы вот с такими пациентами, у которых желудок вот здесь висит. Потом особенность работы с пациентами, у которых почка вот там тоже лежит. Особенность работы, когда циррозивная печень, которая лежит на пупе. Ну и вот поэтому, конечно, везде нужно обучение. И я надеюсь, что мы с Академией спорта, с вашей, сделаем хороший симбиоз. На сегодняшний день мы получили государственный статус по переподготовке специалистов. И мы выдаем сертификаты и свидетельства, которые позволяют человеку заниматься вот этой деятельностью. Да, это у нас. Но если мы соединим это с вашей академией, то я думаю, что это послужит мощным толчком. Потому что практически-то получается так, что наши структуры как-то не обращают на это внимания. А мы читаем, я читаю лекции в Турции, в Германии. И получится так, что турки нам вернут эту тему и будут говорить, что это наша. А если это наше, то мы должны об этом говорить. Мы должны быть лидерами во всем этом. И мне приятно слышать, когда в той же Германии говорят: Александр, какая же у вас классная медицина. Так зачем ваши приезжают сюда к нам лечиться?
А у нас вообще говорят, нет медицины в Германии. Немцы так говорят. Те же турки говорят, Тимофеич, так вот после того, как мы прослушали вот этот семинар, мы стали любить Россию в вашем лице.